Которое только что появилось на лентах информационных агентств Владимир Путин подписал закон о деятельности коллекторов. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон, к примеру, запрещает взыскателю долгов скрывать номер телефона и адрес электронной почты, с которых он звонит или отправляет сообщение. Ну а должник сможет отказаться от общения с кредитором и коллектором. Для этого достаточно отправить заявление через нотариус или по почте заказным письмом с уведомлениям. О вручении, либо вручив заявление под расписку.